Торжественный, роскошный, долгожданный. Так в трех словах можно описать этот званый ужин, посвященный подведению итогов бизнес-проекта «99 избранных». Чтобы попасть в их число, по мнению организаторов, необходимо показывать не только высокую производственную эффективность компании, но и личностную отдачу их сотрудников. У проекта глобальная миссия – это собрать самых интересных, самых талантливых, креативных, харизматичных личностей компании нашего города для того, чтобы в нашем городе формировалось светское общество. Проект направлен на развитие, на продвижение, на новые связи, на новые знакомства и на улучшение качества жизни. За годовую историю этого сезона номинанты встречались в конференц-залах и модных бутиках, спа и фитнес-центрах и фотостудиях. Все эти встречи позволили не только обрести новых друзей и партнеров, но и по-новому взглянуть на окружающую действительность, лучше понять свою роль в текущих бизнес-процессах. Те компании, которые находятся в проекте, они все делают на 100%. Они вкладывают душу в то, что они делают, и тем самым та деятельность, которой они занимаются, приносит огромную пользу непосредственно всем жителям города Челябинска. И мы считаем, этот дух нам очень близок. Не просто показать себя, а завязать какие-то полезные деловые контакты, научиться чему-то, познакомиться и в дальнейшем, возможно, выстроить полезные деловые контакты. Было очень интересное общение, были очень интересные мероприятия, в котором каждый смог себя проявить. И я уверена, что сегодня финал этого замечательного проекта, и мы увидим то, как выросли участники проекта, как они, что они полезного узнали, что они узнали для себя и как они в дальнейшем это проявят. Девиз проекта «Будь на высоте». Тех, кто дошел до вершины, определяли в 10 номинациях. Открытие года, прорыв, доверие года и нас не догонят. А личный вклад в историю проекта можно было оставить в таких номинациях, как «Бизнесвумен», «Брюнетка», «Стайл года», «Холостяк», «Стартап» и «Профи». Каждый год мы ждем приглашения от этого проекта, потому что проект является действительно грандиозным, необычным, беспрецедентным, и аналогов в Челябинске мы еще не встречали. Большое спасибо хочется сказать организаторам и всем участникам. Было очень приятно со всеми пообщаться, узнать столько много новых интересных людей. Соперники, так сказать, очень достойные, хотя трудно назвать соперниками. За время проекта мы все очень сдружились, мы побывали друг у друга в гостях, нашли очень много общих интересов, нашли много новых друзей, и я думаю, что наши отношения уже перейдут за рамки проекта. По мнению участников, в этом соревновании проигравших нет. Войти в число избранных уже победа. Кстати, в новом году 99 избранных планируется запустить в Екатеринбурге. И уже открыта регистрация на новый сезон проекта в Челябинске.